Завершилась трехдневная лаборатория этнического певца Гуруде для лучших этномузыкантов России, вышедших в финал конкурса «Ясно музыка». С помощью лаборатории Гуруде создаются песни на языках народов России. Проект был реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, организованного этнокомплексом «Ясно». С организаторами этнолаборатории выступили администрация города Чебоксары, Министерство экономического развития, Министерство культуры Чувашской республики, Ассоциация городов Поволжья. Из 103 участников 45 регионов страны были отобраны 10 коллективов. Среди них ансамбль «Янтал» Чебоксарского музыкального училища. Это уже пятая удивительная лаборатория в нашей стране. Я очень-очень благодарен всем сердцем за организацию этой лаборатории в Чебоксарах. И очень рад, что родилась новая песня на чувашском языке. Я написал мелодию на слова потрясающей поэтессы из Чувашии Наташи Герасимовой. И я очень надеюсь и верю, что эта песня коснется очень многих сердец в разных регионах России, от Сахалина до Калининграда. И мы будем популяризировать культуру, мы будем популяризировать язык, повышать его престиж, чтобы молодое поколение еще больше любило свой язык, говорили на своем родном языке, любили свои орнаменты, любили свои традиции, свою культуру. И цель этой лаборатории, она именно в этом и состоит. И цель достигнута, написана песня, которая уже вот сейчас сказали, вышли с предложением глава города, чтобы она прозвучала на ВДНХ, на выставке «Россия» и представляла республику Чувашия. С помощью этой лаборатории создаются не только песни, но и сказки, спектакли и фильмы. В рамках лаборатории Гуруде родилась песня «Атсе Юрла». Это уже вторая песня, рожденная в Чувашии на чувашском языке. Проект призван прежде всего повысить уровень профессионализма этноисполнителей. Можно ближе познакомиться с этническими музыкальными инструментами, обучиться основам техники игры на них, найти себе единомышленников, а также наставников для дальнейшего более глубокого изучения. В 2024 году проект делает акцент не только на обучении и повышении квалификации музыкантов, но и продвижении их музыкального продукта через медиапространство. Музыка объединяет, и каждый исполнитель смог привнести что-то свое и стать частью большой творческой семьи.